Очередное заседание по обжалованию залога директора лагеря Виктория Петроса Саркисяна вновь не приблизило ожидаемое решение. В зале была напряженная обстановка. Едва не возник конфликт между представителями армянской общины и патриотическими организациями. Тем временем прокуратура утверждает, что суд неправомерно назначил залог и фактически избрал новую меру пресечения. Довод защиты, что пожар возник из-за кипятильника в комнате руководителя ансамбля «Адель», прокуратура не считает оправданным. Повірте, якщо пожежно-технічна експертиза надасть висновок, що це причина кипятильник, Єгорову буде оголошено про підозру за статтєю 280 КК України. Разом з цим є ряд нормативних документів, у таборі, взагалі загальнодержавних, де зазначено, що використання кипятильника на території табору заборонено. Адвокаты Саркисяна потребовали от прокуратуры обосновать подозрения директору лагеря соответствующими документами. Обвинение настояло на перерыве в процессе. Перенесено на 30 листопада. Будемо обґрунтовувати свою підозру. Хоча ми вважаємо, і це підтверджено рішенням Київського суду щодо обрання запобіжного заходу, рішенням апеляційного суду, рішенням Приморського суду, обґрунтованість підозри підтверджена. Разом з цим сьогодні стало питання дослідити обґрунтованість підозри. Будемо доказувати, що у нас підозра обґрунтована. Вместе с тем родные погибших детей считают, что Саркисян делает все, чтобы избежать наказания. Ну, с больницы все документы, все благодарственные письма. Это было сколько лет тому назад, а он все это собрал и себя оправдывает. А наших вот, наших ангелочков нету. Следующее заседание по обжалованию меры пресечения Петроса Саркисяна состоится уже в этот четверг.